Всем привет, мои дорогие! Кто бы сказал, что здесь пару дней назад состоялся концерт. Так быстро все почистили. Разбирают предпоследнюю фигуру, наверное. Грузят в эти кораблики. Вот остался дракончик. Дракончик остался. И все чистенько, с утра уборка. Сегодня я второй раз уже в этом месте, потому что я, мои дорогие, запустила марафон для тех, кто хочет собраться с мыслями, сбросить пару кило. Я сею кармические семена. Для чего это делаю? Для того, что я решила заняться спортом. 10 тысяч шагов вела в свой каждодневный рацион, да. Села на правильное питание. И решила, просто спросила, кто со мной, и тут откликнулись, я хочу, я хочу. Поэтому я создала группу в телеграм-канале, на котором буду... Это закрытый канал. Закрытый канал только для участников. Есть какие-то правила, которые я установила. И просто хочу посмотреть, как и что получится у меня. 7 человек уже собралось. Сегодня последний день, если кто-то там еще захочет. И достаточно мне, потому что очень много времени я вчера провела, пока все это сделала. Красиво все оформила, как положено, мои дорогие. И вот будем развиваться. Я хочу дарить людям энергию, я хочу дарить людям мотивацию. И чтобы все знали, что все зависит от нас самих. И наш успех, и наша популярность, и наше здоровье прежде всего зависит все от нас. Что мы кушаем, как мы живем, как мы двигаемся, как мы спим, с кем мы общаемся. Ведь и от окружения тоже очень много зависит, с кем вы общаетесь, какие люди вокруг вас, кто вас окружает. Поэтому, мои дорогие, вот я решила повести за собой девчонок и посмотрим. Но это будет короткий такой тест-марафон, наверное, 10 дней, но я-то продолжу сама, естественно, 10 тысяч шагов. Ну, это и для меня стимул, чтобы я не остановилась и не бросила, несмотря ни на что. Вот поэтому и вам советую, все эти кармические семена, они вам вернутся во много раз. Делайте людей счастливыми и помогайте нуждающимся. Не обязательно материально, а своей добротой, взглядом, какой-то помощью элементарной. Просто вниманием. Будьте счастливы и побольше улыбайтесь, как бы вам трудно не было. Смотрите каждый день просыпайтесь и смотрите в зеркало с улыбкой. Я вас очень прошу. А я побежала, девочки, возвращаюсь. Друзья мои, какие они вообще добрые. Говорят всем, берите по кассе. А я тут забрала пару штук, чтобы девчонкам дать, если они там еще есть, мой рюкзачок. Представляете, какие люди? Обалдеть. Берите, говорят, берите по кассе. Тут некоторые по 2-3, они говорят, нельзя так, по одной кассе берите лимонов. Молодцы. Молодцы. Хотим показать вам красоту. Я встретилась с девочками моими, красоточками. Я же убежала и оставила их. И посмотрите, какое у нас замечательное небо. Ну просто сказка. Просто сказка. Горизонта не видно. Мы тут все с камерами, смотрите. Благодарю, Вселенная, за эту красоту, где мы живем. Красота. Красота. Почему я всегда ищу приключения себе на голову, на больную?
И так столько у меня было дел, и тут я еще задела этот марафон. И так много времени приходит, на него надо тратить. Может, это со временем все. Что пока этот марафон я делаю, мне ей кушать не хочется уже. Сейчас лифт придет, поговорю. Да, друзья мои, пока я занимаюсь этим марафоном, у меня пропал аппетит. Готовлю, делаю, но сама. Сейчас приготовила котлеты из кабачка, видео записала для моих девочек. И что вы думаете, я поела одну маленькую штуку просто потому, что я еще сок из кабачка впервые выпила. И нельзя на голодный желудок, поэтому пришлось заесть. Вообще нет сил, я так устала, девочки. Я устала и бегу на зумбу. Такая я сумасшедшая. Сумасшедшая Светлана. Но движение, оно зажигает с другой стороны. Когда я пришла, я точно ничего не почувствовала. Всем привет, мои дорогие! Говорила полчаса и ничего не записала. Так все обо всем рассказала. Я, как всегда, на набережной. С чем это связано? Это связано с тем, что я начала марафон. Открыла новый канал в Телеграм. И меня поддержали 10 девочек. Я очень рада. 11 еще 2 написали вчера, не опоздали ли мы. Это просто тестовые, я его ничего не обязываю. Я просто делюсь своими инсайтами, своей мотивацией. Вот хожу, поднимаю свое мягкое место и бегу на набережной. И этим самым мотивирую девочек. Выставляю рецепты, пишу что-то там, рассказываю что-то интересное. В общем, нашла такую группу по интересам. У меня есть клуб «Лучше жизни на земле» офлайн. Есть также девочки появились онлайн. Так что я думаю, что я открываюсь каждый день по-новому. Читаю вот этот трансерфинг. Живу по правилам трансерфинга, соблюдаю. Как-то жизнь меняется. Действительно, реальность, я управляю своей реальностью. Так что вам советую, прислушивайтесь к моим советам и прислушивайтесь к себе, к своей душе, потому что самый верный ответ вы получите у себя. Если вас интересует какой-то вопрос, сядьте спокойно, подышите глубоко 3 раза, закройте глаза и спросите. Допустим, ответить мне этому человеку на сообщение. И как только первое у вас придет ответ, прислушивайтесь к нему, потому что потом подключается разум. Самое первое. Вот, допустим, пошли в магазин. Нравится вам платье или нет? Вот, если нет, тогда не покупайте. Если да, то сразу берите. И так далее, мои дорогие друзья. Общайтесь с успешными людьми, с позитивными, негативщиков, нытиков. Убирайте от себя. То есть старайтесь меньше с ними общаться и игнорируйте, потому что они вас тянут вниз, а нам нужно менять свою жизнь, менять свою реальность, смотреть и наблюдать за успешными людьми. Я просто советую вам, как я это делаю, потому что действительно, телевизор вообще не смотрите, выключите этот телевизор, или вот у меня телевизор, да, и работает, но я вообще на него не смотрю. Если что-то там, новость увижу, допустим, так сразу, у меня как отлетает от языка уже мимо меня, мой муж что-то говорит, там кто-то умер, и даже в Стамбуле что произошло, да, это все жалко. Мимо меня. Будьте зрителем, не погружайтесь так в это. Вот чем больше вы будете погружаться в этот негатив и все плохое, оно придет к вам. 100% придет другим способом, но что-то будет нехорошее. И поэтому смотрите за хорошими, хорошие истории, счастливые любовные истории. Читайте хорошие книги. Будьте среди таких людей позитивных, общайтесь с позитивными людьми.
Если у вас какие-то неприятности, просто проглотите, не продолжайте ссору. Не надо никому жизни доказывать, поймите. Вы все равно не докажете. Никому ничего. Если кто-то хочет с вами поругаться, самый правильный выход – игнорировать этого человека. Не доказывать ему. Не поддавайтесь на его маятник зависти и войны. Идите свою дорогой, счастливой, хорошей. Человек сразу замолчит, оставит вас в покое. Никогда. И перед начальником. Если вас начальник ругает, все равно он будет прав. Запомните эту фразу на всю жизнь и никогда не оправдывайтесь. Вы своими действиями сами разубедите его, покажете, что вы правы. Вот действуйте, как я вам говорю, и вам будет спокойнее жить. Вам будет спокойнее жить. Знаете, почему я говорю? Вот смотрите. Почему я все вам об этом рассказываю? Недавно в Ираке или в Иране произошла такая история, там полицейский, что ли, женщина открыла свою голову закрыто, и он ее вроде бы убил. И прошло более месяца. Вчера это была война, стычки, другие смерти. Вы понимаете, что творится? Поддержали, начали люди выступать, и началась настоящая война. К чему это приводит? Ни к чему хорошему. Поэтому живите спокойно, и то, что происходит, к лучшему. Воспринимайте это. Понимаете? Значит, за чем-то плохим придет хорошее. Худо без добра не бывает. Не зря есть такие замечательные поговорки и пословицы, мои дорогие. А я побежала. Надеюсь, я зарядила вас позитивом. И все. У меня очень много работы, но я поздоровалась с вами. Му-му-му. Пока-пока. Друзья мои, возвращаюсь уже, смотрите. Детки покушали. Праздник сегодня. Сейчас у них развлечения начались. Эта девочка все время волосами. Как интересно. Машина гудит. Аниматоры. Ну все, побежала я, некогда задерживаться. Ночью, оказывается, какой сильный дождь был, вы видите? Хоть помыла набережную. Я вчера шла и думала, ну какая грязная набережная. Вот природа позаботилась. Так асфальт вымыла классно, просто супер. Благодарю Вселенную. Вообще Вселенная делает чудеса, правда. Ой, просто Вселенная все знает, как что делать. Решила с вами поболтать. Я тут решила покушать грейпфрукт. И о чем бы хотела вам рассказать? Насчет пользы грейпфрукта. Раньше я этот грейпфрукт килограммами кушала со шкивом. А потом, когда побывала на этом марафоне, там мне рассказали, что нельзя выжимать соки и натощак пить. Или, ну, слава богу, у нас все нормально, но все-таки поднимается сахар, когда ты сок выдавливаешь, а когда ты кушаешь с мякотью, не наносит вред организму, мои дорогие. Поэтому не пейте свежевыжатые соки или обязательно разбавляйте их водой. Потому что это вредно. Может подняться сахар. А нам не нужны болячки, правильно же? Сейчас я захотела очень этот грейпфрут. Вчера я не кушала. Хотя он неприятный на вкус, но мне он очень нравится.
что вот, надеюсь, было для вас полезной информацией. Сейчас занята активно этим питанием и придумываю что-то для себя, да, потому что мне нужно девочкам в чат мой что-то добавлять, какие-то рецепты. И когда я вчера делала очередной раз котлеты из курицы и кабачка, там же остался свежевыжатый сок. Я, естественно, не солила ничего. И потом подумала, это же натуральный овощной сок, почему бы его не выпить? Думаю, нет, надо посмотреть о его целебных свойствах и противопоказаниях, да, что он, какой вред может нанести. Почитала, посмотрела, мне понравилось. В основном все положительное там. Его можно пить, но нужно его готовить. Оказывается, его еще делают на зиму из кабачков. Такой патлоджан я взяла. Вы знаете, мы купили, они лежат в холодильнике. Думаю, начали уже портиться. И я решила, сейчас в воде замочу и потом, может, что-то придумаю. Потушу себе. У меня есть котлетки из курицы, с кабачка, и гарнир сделаю, тушеные овощи. Вот такие вот дела. И я нашла рецепт такой. Стакан, у меня было полстакана. Я добавила чайную ложку пикмеза. Можно сахар, но сахар мы не употребляем. И девочки, мальчики, и лимонный сок или апельсин можно. Ну, я добавила лимонный сок и выпила, и нормально. Там можно, сказали, побочные действия, может быть, тошнота, диарея. Ну, это как раз нам и надо, диарея. Ничего не произошло, все нормально. Так что пейте кабачковый сок, а еще его делают на зиму. Кто-то еще умудряется его на зиму готовить. Вы понимаете, какая полезность от него? Приятного аппетита вам! У меня сегодня такое меню, моей девочки. Суп с грибами, грибы, но и с болгарским перцем. И с баклажанами, запеченными в духовке были. И много очень грибов, и я еще добавила капусту. Вы же знаете, как я люблю капусту. Ой, вожусь, девчонки, вожусь, готовлю. А здесь, смотрите, для мужа. Снова курица с грибами, с картошкой. Все сама сделала. И вот тут все-все есть. И курица. Болгарский. Все, начинается вебинар. Побежала я. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.